Министр экономики Андрей Кригер встречался сегодня с главами местных самоуправлений. Это, пожалуй, первая подобная встреча местных руководителей с представителями нового кабинета министров. Глава Минэкономики подробно рассказал собравшимся о стратегических задачах своего ведомства. Это бюджет на 99 год и работа по федеральным программам. На сегодняшний день они профинансированы всего на 17%. Для повышения эффективности работы экономических структур решено передавать в муниципальную собственность предприятия, находящиеся на территориях районов. Как это сделано с мебельным комбинатом, он передан в собственность администрации города П. На встрече не обошли вниманием и фонд реконструкции и развития. Сегодня фонд развития и реконструкции, я бы сказал, разбазарен. И самое главное, когда мы просим деньги из фонда развития и реконструкции, ни один глава, в том числе я работая, не знал положения об этом фонде. Фонд развития и реконструкции служит и является только источником для развития территории, является возвратным и направлен на финансирование только объектов социальной сферы, готовность которых составляет не ниже 80%. Будет ли сия встреча взаимовыгодной и полезной для обеих сторон, покажет ближайшее будущее, когда начнется учебный год и отопительный сезон.